Здравствуйте, с вами вновь Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о колясочке бренда Valka Baby. Модель называется Snap 4. Это австралийский бренд, поэтому давайте изучим ее поподробнее. Собственно, вот эта коляска Valka Baby Snap 4. И что она из себя представляет? В первую очередь она предназначена детям с рождения до 3,5 лет. Это вес ребенка должен не превышать 20 килограмм. Имейте это в виду при покупке. И кому еще важно, весит эта коляска всего лишь 6,6 килограмм. Поэтому даже хрупкая мамочка сможет легко ее там с багажника убрать, домой занести. Это все очень будет просто. Вот. Собственно, перейдем к коляске. Как обычно, хочу начать с ручки коляски. Ручка здесь прорезиненная, хват очень удобный, мягкий, приятный. Единственное, что она не регулируется абсолютно никаким образом. Мне лично удобно, но кому-то может казаться не совсем. По высоте очень удобно. Что касается капюшона коляски, капюшон здесь достаточно крупный. Сейчас вы видите две секции. Если мы откроем замочек, сразу откроется третья секция, и ребенка, в принципе, практически с ногами коляска перекрывает. Также в козырьке можем увидеть окошечко с москитной сеткой, чтобы могли наблюдать за ребенком. Что еще мы имеем? Что касается безопасности, в коляске установлена система пятиточных ремней, вот они стандартные, и также бампер для ребенка. Кстати, на бампере достаточно легко снять обивку для стирки, потому что чтобы ребенок ее не грыз. Делается это все очень просто. Сейчас я вам покажу. Кстати, чтобы посадить ребенка, отодвинули, посадили ребенка и закрыли. Все очень просто. Снимается бампер так. Сзади замочек. Вывернули. Ткань сняли, постирали. Одели обратно. Все очень просто. Так, и что касается у нас самого ложа, где у нас находится ребенок. Достаточно широкое посадочное место. Здесь больше 30 сантиметров получается. Регулировка наклона регулируется с помощью специальной кнопочки сзади. Нажимаем ее, и высвобождаются ремешки, и можем положить, в принципе, полностью в горизонтальное положение. Чтобы вытянуть ножки ребенку, нужно поднять специальную подножечку. Вот, она поднимается очень просто, просто физически тащим ее наверх, и все. Но чтобы опустить, здесь по бокам есть специальные кнопочки. Раз, два, все. И получаем полностью горизонтальное положение. Поэтому оно с рождения, ее можно эксплуатировать с самого рождения. Это очень удобно, на мой взгляд. Кстати, здесь подножка снизу с прорезиненным материалом, поэтому легко это все чистится, моется. Проблем это никаких вам не доставит. Так, что касается задней части спинки, здесь есть удобные кармашки, в которые можно положить все самое необходимое при прогулке, и тем самым заменив небольшую такую сумочку для мамы. Так, что касается непосредственно шасси в этой коляске. Шасси здесь очень прочное, очень хорошо, грамотно сделано, все подогнано отлично, ничего не скрипит, не люфтит, поэтому здесь претензий к качеству сборки у меня нет никаких. Единственное, что мне не очень нравится, здесь практически никаким образом не реализована система амортизации в раме. Вот здесь видно, что нет дополнительных никаких амортизаторов, поэтому на плохой дороге, на мой взгляд, будет немножечко так
козлить эта колясочка. Но зато очень надежно. Колеса здесь прорезинены, это не надувные колеса. Но из-за этого большой ресурс, и вы никогда их не проколите, не будет у вас никаких неожиданностей. Передние колеса здесь поворотные. Их можно в случае чего заблокировать, если вдруг плохая поверхность, можете спокойно заблокировать и преодолевать плохую дорогу. Разблокировали и поехали дальше. Все очень просто. Кстати, установлена система тормоза. Здесь самая нормальная. Не нужно обратной стороной обуви отгибать, ничего не отжимать и портить свою обувь. Здесь нажали, заблокировали и также сверху нажали, разблокировали и едем дальше. Багажный отсек в коляске Snap 4 очень большой, к нему реализован очень хороший большой доступ, глубокий он, там в принципе можно много что уместить, поэтому я думаю будете довольны. И теперь посмотрим, как эта коляска складывается. Здесь для того, чтобы сложить, нужно здесь по краям, есть кнопочка. Она только с одной стороны. Ее нажали, после чего нажимаем кнопку на ручке и передвигаем ее вперед. Все. До щелчка нажимаем. Когда будет щелчок, это значит, что этот фиксатор заблокировал раму, и она у вас ни в коем случае не разложится случайно. Чтобы разложить, собственно, отжимаем. Все, и едем дальше. Теперь хочу сказать вам о ткани. Ткань здесь, вообще у Valka Baby, вот Snap 4, в том числе, у них есть две серии тканей. Ткани подешевле, сама коляска стоит подешевле. И TaylorMade используется в более дорогих, эта серия так называется TaylorMade. Здесь более качественная ткань используется. Но на мой взгляд и там она хорошая, подешевле, и здесь. Поэтому можно выбирать любую из них и будете довольны. На ощупь тактильно, ткань очень приятная, она не раздражает, ткань очень плотная, она не продувает, даже в дождь вы можете, конечно, под проливной дождь попадете, она рано или поздно промокнет, но до дому дойти в любом случае вы сможете. Поэтому про ткань все. Еще вот один нюанс я вам забыл сказать. Здесь на ручке есть такой ремешок. Вы просовываете сюда руку и вот таким образом прогуливаетесь. Этот ремешок нужен для того, чтобы у вас коляска случайно там дорогу будете переходить, не укатилась никуда. Очень интересная задумка, на мой взгляд. Так, ну, собственно, все, что технически я хотел вам рассказать. И сейчас хочу подвести небольшие итоги. Мое мнение, как обычно. Начну с того, что эта коляска, во-первых, очень сильно популярная. У нее хорошее соотношение цена-качество. Вот. И она очень надежная. У нее очень мало, практически нет никаких гарантийных случаев. На мой взгляд, это очень такой хороший показатель. И просто в жизни ее легко эксплуатировать. Она легко складывается. Очень удобное место для ребенка. Большое. Большой козырек. Есть бампер. Все легко снимается, чистится. Колеса надежные. Ну, как я говорил, нет амортизации. Это такой своего рода минус. Но этим можно пожертвовать, учитывая функционал, надежность самой коляски. Поэтому при выборе советую вам обратить на это внимание. Ну, собственно, выбор, как всегда, за вами. Вот, это все, что я хотел вам рассказать. Вы подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. Всего доброго вам, удачи!